Привет, Томск. Чё, как связь, народ? Пиксели. Ну, короче, мне здесь вставили этот самый местный интернет в мой телефон. Встретился товарищ в зале, который смотрит мои ролики. Мы с ним сходили после зала, покушали. Он дал телефон девушке тайке, которая мне полчаса настраивала мой телефон. А с дочкой пора. Или хреново слышно. Тренировка отлично, вообще огонь. Покачал сегодня грудь. Нет, не с айфона. Со своего Самсунга. Ну, слышно, заебись. А хули тут смотреть? Дорога, автобусы. Иду пешком. Мотобайк сдал. О, Даша, привет. Погода отлично. Шорты, майка, тапочки. Больше ничего не надо. У меня дочка. Даша, у меня дочка. Ксюша. Какой байк? Белый. Блин, сейчас иду, ничего интересного тут не видно. Одни пальмы. И дорога. Погода отлично вообще. Домой 24-го. Качнулся отлично, зал вообще огонь, супер. На хаммерах сегодня грудь поделал, пожал. Вообще зал огонь. Ну, пальмы, и вот еще пальмы. Хотя вам, наверное, нифига не видно. Я еще не загорел. Вес вчера взвешивался 112. Так, себя, что себя показывает? Вот я. Видно? Вон, грудачок такой вкачанный еще, видно? Блин, с Мишей Прыгуновым, не знаю, я сегодня должен был поехать к Сереге Миронову, я вчера ему написал. Он там сегодня что-то видос какой-то снимает целый день. Должны были встретиться. Но у меня ребенок немного отравился. Ну, то же самое, как и я в тот раз. Вчера поел этих, блядь, всяких кальмаров там. Всякой хуйни. И траванулось. Сегодня хреновенько ей. Вот. Так что мы сегодня с ребенком целый день в отеле. Так, выбегаю поесть и все. У меня уже два видоса снято с залом, но, блин, не это самое, некогда монтировать. Я думаю, да, что нормально будет. Сейчас я в тот раз то же самое сожрал этих, блядь, крабов, кальмаров, всякой этой херни. И на следующий день проблевался нормально. Вот ребенок тоже потошнил ее пару раз. И... Ну, надеюсь, все отойдет.
таблеток напились всяких. Вот. Так что как-то вот так. Блин, прикольно, хоть теперь можно поболтать по дороге в зал. Иду из зала домой, ну, в смысле, в отель, пешочком. Я байк сдал, это самое. Доехал на тук-туке до этого, до клуба. А там встретил товарища, с которым мы... А, кстати, мы были в аптеке, блядь. Я думаю, ё-моё, это судьба. В зале встретился русскоговорящий качок. Ну и мы быстренько покачались и пошли в аптеку. Вот. В аптеке есть все. Аптека рай для культуристов. Ну, в общем, я взял то, что мне надо. Старый добрый Органон. С байком ничего. Байк сдал. Все. Я на 2 дня брал. Вот. Так что я теперь знаю, где здесь аптека. Если что, кто приедет, могу проводить. Там прям такой прайс, вообще огонь. Ну просто, блядь, такая сказка. Все есть, вообще все есть. И по ценам, кстати, ну мне показалось, что не дороже, чем в Москве. Ой, не знаю по поводу этого Мавалиса. Блин, если бы у нас это в аптеках так же было бы, это было бы круто. Просто круто. Ну, цены не смешные. Сейчас скажу. Короче, я взял 3 ампулы с Устанона. По-моему, 300 бат, что ли, или 400 бат. Привет, Наталья. Вот. Привет, привет. В общем, с Устанона 3 ампулы, по-моему, блин, 400, что ли, бат, что-то такое. И дека тоже органоновская. Мне просто большими флаконами нахер не нужно. Но она, правда, сотка. Вот. За деку бат, наверное, блин, не помню сколько. Блять, я честно не помню. Короче, смотрите, у меня вышло 3 ампулы с Устанона и 6 ампул деки по 100 миллиграмм. Ну, еще там всякие там шприцы. В общем, я отдал 1200 бат. 2200. Вот за это все. Привет, привет. Курс к рублю 1:2 примерно. Не, Даш, не показывал, мы еще никуда не ездили. Мы только по пляжам прокатились. Вот. Да, абонемент на неделю взял, кстати, в зал. За 1500 бат в неделю. Безлимитного фитнеса. Ну, это нормально. Зал очень крутой, мне очень нравится. Там оборудование, конечно, шикарное. Нет, на пляже сегодня не были. Сегодня в отеле целый день. Ребенок немного травился. Да байк сдать чмо. Мы планировали завтра на экскурсии. А на экскурсии на целый день уезжаешь, как бы нафиг он нужен. Я думаю, поменьше возьму байк, чтобы косарь за 2 дня дороговато. Максимум джим. Ой, максимум фитнес называется. Надо там маечку себе купить. Там такие майки прикольные. С ихними логотипами. Ну вот. Ну я еще не знаю, сколько ушло на поездку. Путевка на 10 дней 95. Ну и здесь, наверное, еще сотку, наверное, точно улетит. Вот. Это причем так, очень, очень скромно. Очень скромно.
Да, все нормально. Я думаю, она теперь просто поела этих долбанных кальмаров и немного отравилась. Просто много видов белка сразу съела. Она... Я ей вчера краба купил, креветки, моллюски эти, блядь, осьминоги. Еще она этот, блядь, доширак этот очень ей захотелось, который жгут там на огне. Ну, в общем, все это дело не усвоилось. Я думаю, все нормально будет. Вот, кстати, вот массажистки. Hello! Hello! Массаж, массаж. Чё? Да? Я ничего не понимаю. Вот. Здесь через каждую палатку эти массажистки. Видели массажисток или зависло все нахрен? Ну, вот на сотку здесь питание выходит. Ну, так еще экскурсии. Нет, они никакой секс не предлагают. Это массаж. Там везде написано no sex, я вам сейчас покажу. А, тут везде таблички no sex. Сейчас я увижу массажный салон. Тут их полно. Вот еще какая-то херня. В общем, на всех массажных салонах написано no sex. Секс здесь вот там, параллельная улица, вот там справа от меня. Вот там полный секс. Кругом один секс. На самом деле, ходили на массаж два раза с ребенком, но для меня... Вот, кстати, аптека. Вот в таких аптеках, она такая маленькая, здесь по-любому все есть. Так, что, связь есть, нет? Ну, я не виноват, это местный интернет такой. Я не знаю, где можно секс в Тае достать. Я сюда не с этой целью приехал вообще. Меня это абсолютно не интересует. Ну, вообще, права на байк. У меня есть категории все. У меня профессиональные права, у меня все категории есть. Ну, я не знаю, прократят ли московские здесь права, российские. Насчет этого не знаю. Меня, слава богу, не останавливали. Ну, я не знаю. У меня такой информации нет, за сколько они дрочат. Мне делали массаж. У меня нет цели здесь это искать приключений на свой пенис. Вот. У меня в этом плане все нормально. Насчет машины на прокат тоже есть, но я как бы особо не интересовался. Что-то я там видел в районе, может быть, 700 бат, по-моему, этот Hilux, этот Toyota, или как он там, или Nissan, а, Nissan Hilux, вроде пикап. По-моему, где-то я видел, что 700 бат в сутки, вроде бы, но могу наврать. Вот. Я на шарики в прошлый раз сходил. Это мерзость вообще конченая. Но я не делал международные права. Как бы я здесь катаюсь, правила не нарушаю, в шлеме ездил, меня не останавливают, слава богу. Вот как-то вот так. Бензин. Я не знаю, сколько на заправке бензин стоит. Но здесь мотобайки все туристы заправляют этим. Газолин продается. Ну, они везде здесь. По-моему, бутылка, блин, 0,5 что ли, или 0,7, 40 бат стоит. Ну, там пару бутылок взял, тебе на неделю хватит кататься на байке. Вот, а то и... Не, ну...
пару бутылок, блин, там он жрет мало же. Я в прошлый раз там всего один раз заправлялся, и в этот раз один раз там пару бутылок мне залили, и я тут все объездил. Конечно, нормально бомбить базовую всегда. Я всегда делаю базу. На диете, не на диете, всегда. Вот. Так что вот так. А, вот он этот. Вот, видите, газолин. Вот бутылки стоят. Видно все вам. Вот тает. Hello. Hello. Вот, видно вам? 40 бат. Эй, хорош трогать. Вот, блядь. Они меня все трогают опять. Постоянно. А что домой хотеть? Сейчас время пролетит быстро, и все. Осталось неделя. В путевку ничего не входит. В путевку входит перелет, трансфер и отель. Все, больше ничего. У-у-у. Каким хватом лучше делать? Я все время разным делаю. Лучше всего это разнообразие. И тем, и тем. Ну, страховка, да, еще входит там. Вот. Здесь все ходишь сам, покупаешь, ешь. Ну, у нас завтраки есть, но там завтрак такой. Шляпа. Вот. Вот, смотрите, что там происходит. Вы видите? Массаж. А вот эти рыбки, которые переносят заразу. Видно? Там бурлят, плавают. Там вот чик-чик делают ноги. О, а здесь вот жарит. Ягдай, бай-бай. Бай-бай. Вот. Видели вон? Всякие. Так, еду. В общем, такие мопеды здесь стоят кругом. Да, вот эти вот, кто не знает, если что, приедете сюда. Не суйте свои ноги, куда батька хуй не сувал. Есть такая поговорка. Поэтому не надо туда лезть ногами. Они из больных людей всасывают, а потом здоровым все это передают. О, это, кстати, секьюрити, местное кафе здесь. Hello. Hello. Это вот какое-то кафе здесь, походу. Но оно, судя по всему, закрытое. И куча секьюрити. Скорее всего, здесь... Их так много, блин, их вообще тут нереально, вон они все сидят тут. Вот еще. Воу! Hello! Are you on farm? Sorry. Вот. Да, вышибало, их человек 30, наверное, сидит. Скорее всего, здесь какой-то, ну, утихомиривают особо, наверное, сексуально озабоченных. 100%. Там, наверное, жара какая-нибудь творится, кто-то, наверное, перепьет, куда-нибудь не туда что-нибудь... сунет, и потом вот эти вот 30 китайцев, тайцев его пинают стопудово. Ой, здесь что-то палочками жгут, воняет. Бля, я не знаю, их там очень много, человек там, их там человек 30, наверное. Они как мухи налетели и сожрали бы меня. Так, здесь тоже что-то играет. Кстати, заметили прикол? Я поворачиваю камеру на них, на всех. На кого бы ни повернул, они все «Hello, привет, улыбки там, тра-ля-ля». Вот. У нас бы, блядь, в России давно нахуй бы послали, еще по башке бы уже настучали. Вот. Так что здесь все приветливые. Если ты не грубишь, не это самое, ведешь себя нормально, они все улыбаются, все приветливые. Вот. И, кстати, я сейчас вот с парнем шел, с которым мы познакомились. Его Эрик зовут. Он мне тут показывал местные достопримечательности. Мы вот идем с ним по улице, два качка. Перекрыли всю улицу, блядь, своими спинами.
Сзади такая толпа байков собралась, блядь. Но мы идем, как бы, они проехать не могут. Улица очень узкая. И хоть бы кто посигналил. И он говорит, что тайцы, им похуй, вот будет идти по дороге, блядь, пешеход там, хоть 10 минут, они будут на своих байках еле-еле за ним переться, и хуй кто это самое, посигналит. Он говорит, здесь сигналят только русские и китайцы. Вот. И тайцы никогда не сигналят, они, блядь, похуй, он, блядь, встанет там и будет стоять, ждать полчаса, пока дорога освободится. А русские, блядь, и вот эти вот китайцы, они здесь, конечно. Да они ленивые, им вообще насрать на все. Закрыта дорога, ну и заебись, будем стоять. Насрать. Он еще сказал, что тайцы даже 100 метров не ходят пешком. А, они здесь вот, смотрите, блядь, что здесь творится. Вот здесь везде, вот так вот, все в байках, все, блядь. Вот он, вот они сидят, им надо вот из этого... Во, видите, вот они уже... Hello! Вот. Они, вот им надо отсюда 100 метров доехать до следующего магазина. Они сядут на байк и переедут туда, пешком хуй пойдут. Вот. Вот такие тайцы. Видели, как они приветствуют? Да, при этом жирных практически их нет. Вот. О, хуя себе, бампер обвалился. Бампер валяется. Видео на канале нет времени монтировать. Уже два ролика доснимал, и нет монтировать вообще времени. На тренинг голодным не надо ходить. Один раз... Можно один раз в обморок упасть, ничего страшного. Не надо ходить на тренировку. Надо что-нибудь съесть. Он сраный Сникерс, но лучше съесть перед тренировкой. Лучше будет, чем ничего не есть. А что мне в Сочи-то делать? Потратить денег столько же на какую-нибудь хуйню в Сочи в этом. Делать там нехера. Ой, я, кстати, почти пришел. Вот это вот впереди отель, где в январе был. Вот он. Вот сумасшедший перекресток. У меня сейчас отель тут недалеко, прям на другой стороне улицы. Да, я на Пхукете. Грудь сегодня качал. Вообще круто потренил. Очень, очень круто. Так, вот реклама тайских боксеров. Каждый день здесь где-то пизделки происходят тайского бокса. Вот. В Москве так пешком? Да, нет, в Москве не хожу пешком. Так. Ну я уже захожу во двор, где у меня отель. Опять массаж. Кругом один массаж. Ну, по-разному обходится поесть, смотря чего есть. Ой, что-то ветер какой-то сильный. Жесть. Я говорил, что видео... Ну, первая серия там заливалась целый день. Вторую даже не монтировал. И третью еще вот сейчас несу в кармане. Сегодня снимал. Так, это что такое? Местное такси.
таксиметр. Так что вот такие дела. Темный квартал. Здесь французский квартал. Блин, честно, некогда монтировать. Сейчас узнаю, дойду, как там мой ребенок. Может, покушать надо ее сводить, если она захочет. Да, такой гангста квартал. Французский. А я хрен его знает, как этот район называется. Патонг. Вот французы тут летают. Так. Ну вот, ну, отельчик уже недалеко. Осталось полминуты. Погода отличная вообще. Так. Вот отель. Вон написано Brothers Residence. Вот. Блин, целая куча поперла какая-то. Сейчас весь лифт займут, наверное. Отношение к пауэрлифтингу. Я не люблю пауэрлифтинг. Да я знаю, что Миронов на Пхукете, мы с ним списывались. Попробуем как-нибудь состыковаться. Это наш лобби отеля. Блин, время 11:30, ё-моё. Вон. О, француз выскочил. Мажорный. Так, ну ладно, народ. Давайте это самое. Я уже, наверное, сегодня не буду включаться. Если будет время, чуть-чуть помонтирую ролик. Вот. Есть кто еще здесь или уже никого нет? Все, народ, давайте. До связи. Пошел я в отель. Вот. А я только недавно поел, у меня полный живот. Не, на парашюте еще не летали. Вот. Все, давайте. До связи. Всем пока. Спасибо за то, что смотрели.